Здание окутано строительными лесами, а вместо мраморной облицовки – красный кирпич. Но это только пока. В Ленинском мемориале продолжаются ремонтно-реставрационные работы. На ремонт крупнейшего общественно-политического центра выделено более 2 миллиардов рублей. Рабочие уже отремонтировали кровлю и заменили ливневую канализацию. Чтобы служба металлических конструкций увеличилась, предусмотрен на весной вентилируемый фасад. На данный момент как раз идет облицовка фасада и монтаж мраморных плит на колонны. У нас 50 колонн из 50 колонн собрали. 26 из старого мрамора, 14 уже из нового. Но мы потом подойдем поближе, посмотрите, они ровные, красивые. То есть по колоннам тоже весь мрамор заказан, он весь в наличии. Сборка идет, как говорится, плановая, по графику. Большие изменения ждут малый зал Менцентра, где разместится орган. Музыкальный инструмент требует к себе особого внимания, поэтому и зал оборудуют по всем нормам и правилам, уделяя большее внимание вентиляции. К примеру, предусмотрен перенос вентиляционной шахты и сооружение новой сцены с акустической раковиной. Мы в прошлом году закупили всю аппаратуру для звука, то есть хитачи, то есть без повышения цен, все мы привезли, все лежит. Все, что необходимо для зала, все сиденья, кресла, свет, то есть все полностью у нас в комплекте лежит. По проекту предусмотрен акустический подвесной потолок, замена витражей на новые, облицовка стен диффузорами Шрёдера. Это рассеивающая звук конструкция, используемая для улучшения акустики помещений. До конца июля в зале должны завершить основные работы, чтобы далее приступить к отделочным. Реставрацию всего комплекса должны завершить в следующем году. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, новости Улправда ТВ.